Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина вернулась на третье место в рейтинге WTA. Об этом говорится на официальном сайте организации. Повышение в рейтинге произошло благодаря тому, что одесситка дошла до четвертьфинала Australian Open, опередив часть конкуренток по рейтингу, которые попрощались с турниром на более ранних стадиях соревнования. Третье место является лучшим результатом в карьере Свитолиной. Впервые она взобралась на столь высокую позицию 11 сентября 2017 года по результатам US Open 2017 и продержалась на этом месте 4 недели. Сейчас в рейтинге Свитолиной 6085 очков. Ее опережают только датчанка и румынка. Такое достижение спортсменки – двойная радость для одесситов, ведь Элина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. В семье спортсменов Елены и Михаила Свитолиных. Родители и старший брат Юлиан мотивировали ее к занятиям теннисом с 4 лет, а в 2007 году переехала из Одессы в Харьков, где тренировалась под наблюдением Юрия Сапронова. В феврале 2017 года Свитолина выиграла первый в карьере турнир категории WTA Premier 5. Первая ракетка Украины одержала победу в финале турнира категории WTA Premier 5 в Дубае, обыграв датчанку Каролин Возняцки со счетом 6-4, 6-2. Триумф на Дубае Теннис Чемпионшипс принес Свитолиной 900 рейтинговых очков и 10-е место в обновленной версии мирового рейтинга WTA, что является рекордом в истории женского тенниса Украины. И вот новый триумф. Олеся Татар, Наталья Костенко, 7 канал.